Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герштокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндеев. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Вам не кажется, что это было уже слишком? Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Может, кто-то спасся? Проверьте. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Прискорбно, но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Правая, займись. Не ожидал увидеть Виктора в таком виде и при таких обстоятельствах. Но Виктор сделал слишком много неправильных выборов. И какой итог? Благодаря гению Дмитрия Сергеевича все знания, полученные Петровым, останутся с нами. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. А может, память у тебя девичья? Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств поди не терпит. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Не волнуйся, милая, со мной все в порядке. Операция была безболезненной. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем. Первые экспериментальные группы погибли полностью. 30-я сошла с ума. 73-я покончила с собой. 100-я друг с другом. 204-я самая успешная. Их сознание находится в вымышленном мире. Мы называем его Лимбо. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова. Полимерное просвещение. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений.